Всем привет, 7:30 утра, первый рабочий день. Погодка хорошая, где-то 1 градус, не минус 40. Будем ехать на поезде. Так, вот такая вот остановка Ситрейна. Мне надо подняться туда повыше. И вот там остановочка. Тут сделано тоже для инвалидов круг такой. И ступеньки для людей. Немного есть утренней зарядки. Райончик, где мы живем. Вот уже мой поезд поехал. Будем ждать другой. Такой ступеньки нету, никаких бортиков. Так, через 6 минут мой поезд. Здесь нету турникетов, просто покупаешь билетик, пробиваешь его. Билет дается на 90 минут или на 120, по-моему, на 120. И можешь ездить 120 минут, пока время не кончится. Прикольно. Но есть проверяющие. Заходят типа security этой фирмы и проверяют билет. Вот такой поезд курсирует. Прикольно. А это будка, когда холодно, можно сюда зайти и погреться. Так, приехал в даунтаун, иду к своему автобусу. Придется сейчас немножко так поездить, потому что еще не нашли квартиру, а с отеля мне надо с двумя пересадками ехать. А квартиру, когда мы найдем, мне буквально до работы будет минут 10 на автобусе и минут 25 пешком. В принципе, когда будет тепло, можно и ездить на... Ой, ходить пешком, образно. Или можно какой-то электросамокат купить. Такой утренний даунтаун. Также мало людей. Хотя немного есть, но все равно мало. Немного. Я думаю, автобус будет вообще пустой. Все светится, красота. Так, приехал мой автобус. Будем ехать. Так, приехал я к барбершопу. Но вроде еще никто не пришел.
Ага. Еще все закрыто, ребята не приехали. Вот такой мой барбершопчик, буду здесь работать. Красотища. Такой здесь райончик. Так, немного волнительно. Это первый день рабочий в Канаде, но ничего, будем справляться. Мы и так сделали большой путь. И будем пробовать, будем стараться. Дело я свое хорошо знаю, так что будет все окей. Фух, полетели. Всем привет, ребята! Закончился мой первый рабочий день. Вау! Все было круто. На 9 утра я все без опоздания попал. 40 минут еще прождал. Я думал, ребята хотя бы раньше за полчаса приезжают, как обычно. Не, все приехали без 10, без 5. Все рабочие поверхности, все готово. В принципе, ребята как бы пришли, встали, начали работать. Все ребята отзывчивые, все круто, помогают коммуникацию с клиентами. Сегодня подстриг 6 стрижек, наверное, где-то на 200 с чем-то долларов. Но это первый рабочий день, завтра будет суббота, ребята говорят, завтра полный фул, много работы, не будет даже времени на перекур. А так, в общем, круто, круто. С первого дня уже начинаю немного понемножку понимать английский. Потому что я в английском вообще не бум-бум. Пару слов знаю. Ну, в принципе, знаю. Но пока с этим сложности. Но этот порог потихоньку уже у меня преодолевается, можно так сказать. Круто. Доволен. Доволен работой. Доволен ребята. Вообще best. Классные ребята. Веселые, все помогают, все четко, шутят. Круто. Первый рабочий день удался. Надеюсь, все будет идти вверх, как все и задумывалось. Так, в принципе, все. Будем отдыхать. И до скорых встреч.